Сегодня у нас проходит Кубок Восточной Европы по жиму лежа и силовым видом спорта. Ярость Минотавра. Проходит Крокус Фитнес. Вся жара сегодня тут. НАБ в Москве – это действительно сенсация. Мы очень обрадовались, когда увидели, что НАБ будет в Москве. Первый опыт участия в данной федерации НАБ. Команда Honey Power Brother Москва. Очень удобное место проведения, клуб отличный. Ну и, конечно, заветные трофеи очень впечатлили. Если дальше это будет также развиваться и народ будет подтягиваться, это будут вообще феерические соревнования. Мой тренер поставил передо мной задачу, что надо выполнить ЗМР. Надо выжить 170. Рекорд 170 килограмм за счет Елены. Поздравляем! Турнир шикарный, клевые подарки, клевые медали. Эмоции прямо положительные эмоции оставили. Мы приехали командой, и мы сами создаем атмосферу такую вот ярусную. Ну вот, немножко не дотянул, чуть-чуть. Но в другой раз буду стараться. Как говорится, всегда хочется лучше. Ну, будем стараться, тренироваться. Стараться не стареть, насколько это возможно. Ребята молодцы, ребята соревнуются, ребята участвуют. И только за это им можно выразить отдельную благодарность. Все шикарно, я советую участвовать в этой федерации. Все было круто. Счастливо безмерно. Мне понравилось, и вообще здорово, и организация очень у вас хорошая. Мероприятие в целом получилось отличным. Огромное спасибо хотелось бы выразить за просто замечательную организацию соревнований.